Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. В общем-то, у нас есть новое существо, и это Тусотеутис, или Тусотеутис, кому как больше нравится, это у нас головоногий, короче, супер-пупер-мега-древний какой-то кальмарчик. Так, обладатель VIP-статуса, что-то у нас тут, могут получить этот эксклюзивный набор, в общем-то, наборчик такой у меня есть, и потому давайте-ка мы сейчас его разглядим. Вот, ребятки, такой вот, в общем-то, у нас головоногий моллюск, или кто он там? Кто-то головоногий. Ну, то есть это как кракен, да, как те вот кальмары, правда, у него нет вот этих вот длинных щупалец. Они есть вот эти вот, но они что-то как-то особо не длинные. Так что, так, вот такой... Первый уровень, это у нас пещерные, они у нас все пещерные, все моллюски. Да, 10-й, вот такой вот 20-й, то есть не шибко сильный, но 20-й это как легендарный динозавр а-ля Т-рекс. По силе примерно. И давайте прочитаем. Тусотеутис может вырастать длиной 6-11 метров. Ну, сейчас тоже такие кальмарчики есть. Так, хотя некоторые называют его гигантским кальмаром, намного более близкий родственник Тусотеута — адский кальмар-вампир. То есть, ну, гигантский кальмар — это так и называется разновидность кальмара. То есть, это не просто его назвали гигантским, потому что он большой, это его реальное такое научное даже название. А есть еще кальмар-вампир. Так, ладно. Давайте тогда мы что сделаем сейчас, ребятки? Ой, что-то я вышел. Давайте сделаем... 2 десятых подеремся, потом 2 двадцатых и 2 тридцатых, вот, чтобы было нам кем посражаться. 547 сила удара, ребятки, 547. Так, также у нас, как видите, начался турнир на Гиликуса. Да, но мы как-то к этому вернемся попозже, его, возможно, постримим. Так, все существа пещерные. У нас сила удара 500, вот. Вот. Вот так. А между ними, если нам попадется, кто-то рифовый должен быть. Ну, вот, ну это так мощновато будет. Так, ну, чтобы по балансу как-то попадал, пусть будет, наверное, это Архилон. Давайте возьмем старт. Так, 500, 600 и водичка. О, вообще, неплохо попало нам. Отлично, он сейчас подменится, по идее. И я тоже смогу подмениться. Он сменился, 500, ой, крепкий парень. Ну, давайте 2 в защиту. Ну, Архилон его не пробьет, мой. А, ну и атаковать Тусотеутиса я его точно не могу, иначе я просто его не пробью. Слишком много жизни у него. 5 баллов. Ну да, вот на 5 у меня не было вариантов. Точнее, не умереть. Вот так вот, прикольный такой. Посмотрим, какой он будет на 40 уровне. А, правда, сейчас мы его не качнем, только на 30-й. На 40, зато следующую серию постараюсь на выходных сделать. Немножко информации про него почитаю, вам расскажу. Потому что сейчас, как понимаете, спешка. Только он появился. Потому особо про него сам ничего не читал. Вот только появился буквально пару часов назад. И у меня тут осталось 20 минут времени свободного. Нужно по-быстренькому... записать серию, чтобы вы в субботу уже могли ее посмотреть. Так, какой, интересно, он будет по силе максимальный. Он будет довольно крепкий, кстати. Ну, посмотрим, по 30 уровню. Отследим его сейчас. Да. Ну, по анимашке похоже, как и у всех остальных головоногих. Щупальца выглядят прикольно.
Ну и он похож на обыкновенного кальмарчика. Вращаем нашу рулетку, да. Крутись, крутись, суперприз нам попадись. Ну, мясо вам сейчас тоже не помешает. У нас есть определенный дефицит по мясу. Так. Давайте сейчас покажу вам еще остальных головоногих. Вот такой вот у нас есть аммонит. Тоже выглядит прикольно. Это вообще какой-то... Ну, мне нравится очень бакулит, как выглядит. Вот так вот выглядит он на первом уровне, 20-м, 30-м и 40-м. То есть у нас, так, легендарный здесь только аммонит. Ну, какие у тебя показатели? Ой, ну, наш аммонит, наш покрепче парень. Наш паренек сейчас покрепче будет. Так, и кто еще есть? Есть еще вот такой вот парень, Артакон. О, вот этот крепкий парень. На 20 уровне 2000. Вот до Артакона, наверное, не дотянем по силе. Посмотрим, есть с чем сравнить, ребятки. Так что узнаем. Скоро узнаем. Так, ну кто-то делся, вот он. Так, ну давайте делать так. Так. Времечко поджимает. Тут 20 минут до начала обучения. Привет! Видели, он лапку поднял. Как это есть видео на ютубе, да, когда паучок так делает. Так, ну, 1400 на 900. То есть у него довольно сильный удар получается у нас. Куда-куда? Идем сюда. Пещерочки. Так. И риф. 1400. Ну, это вот как-то вот сюда, да, наверное, к Архелону. Ближе. Ну, или даже к Мунозавру. Помчались. Тысяча 200, 1700. Нам хана. Нам хана! Слишком какой-то сильный противник нам попался. И жизни больше, и удар больше. Ну, не пробью я его тут никак. И подмениться мне не на кого. А, печалька, ребята, печалечка. Ну вот, как раз на 4 он атакует. А мне придется на Мунозавра тоже сейчас подменить. Потому что здесь вообще печаль-беда получилась. Ну, двоих я точно сейчас пробью. А там как пойдет. Раз-два, раз-два. Блин, три поставлю. Потому что больно бьется Лептостега и Дакодерма. 500, 500. Ну да, 3 б я не выдержал. Он думал, попробует мне проатаковать. Нет, не захотел. Так, ну шансы есть. Шансы у нас еще остаются, ребят. Как вот тут сыграем? Не, 7 точно не потратит. 6. О, ну это близко к идеалу. Кронич. Кронич бьет больно, да. Как бы раз, два, три. Раз, два, три. Даже 4 поставлю. Ну, если бы он этот балл один перенес, у него могло быть 5.
И надо было ставить 3 в защиту, конечно. Но я не успел запомнить силу удара Кранозавра до начала боя. Вообще шикарно. Затащили, ребят. Можно ставить лайк. Так, у нас, кстати, появились полосочки на нашем Тусатеутисе. И супер удар. Ну, на 5, ладно. Тоже суперка. Зато сейчас мы качнем его на 30-й. И возьмем ему напарники, сравним его, кстати, по силе там с другими зверями. Так, не так. Иди сюда. Так, вот он. О, уже смотрите, какой яркий стал, фиолетовый, разноцветный. Вообще, да, если бы он еще менял цвет, как каракатица, было бы шикарно. Есть такая, по-моему, слоновая каракатица, или как-то называется она такая. Маленькая каракатица так круто цвета меняет. Да, такой прикольный, разноцветный, как-то, как будто бы бензин на воде. Такие вот у него разные цвета остались. Так, что нам надо, что нам надо, что нам надо? Ну, пока идем сюда. Да мне и еды бы, наверное, не хватило на 40-й. А может, и хватило бы впритык. Так, вот такой вот у нас на 30-м 2000, 2000 на 1500. Давайте читать дальше. Эволюция 3. Ископаемые останки желудка Цималихтиса показывают, что на Тусатеутиса охотились другие крупные хищники. Так, ребятки, а кто такой Цималихтис? Ну, это, походу, Лицихтис, это рыбешка такая, да, крупнейшая. Напишите пока, потому что у меня нет возможности посмотреть. Напишите в комментариях, что это за тварь такая. Это рыба, либо это какой-то... другое существо. Она, хотя тогда млекопитающих же никаких не могло быть, это должна быть какая-то рыба, а может другой еще какой-то ракообразный, например, членистоногий какой-то представитель скорпионоподобных тварей. Там вот так вот, 2000 на 1400, ребята. Так, опять ты здесь. Да, нам сюда. Так, идем сюда, идем сюда. Так, ну посмотрим. Смотрите, он как Дакодерма по силе. Да, практически тоже. Как Дакодерма и сильнее Артакона. Вот такие вот дела. Так, вот так. Вот так и вот так. Ну, помчались. Артакон будет танковать. У него есть панцирь. Полторы, полторы, полторы. Блин. Не могу сейчас подмениться просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Слились ребята, походу. Блин, он не поставил балл в защиту, ничего он такого не сделал, и, ну, в общем-то, мне хана. Ну, одним просто я троих не пробью, никак. Тем более, они два... Если бы тут было два рифа, было бы поинтереснее как-то. Ну и проатаковал он, видите, всего лишь насколько. Ну посмотрим, сейчас зайдем, посмотрим. 5. Пробил. Блин, я даже не запомнил, сколько у него сейчас баллов осталось. Есть ли у него баллы или нет.
4 поставил. Может, перестарался. 3 хватило бы. Да, у него 4. А почему он решил проатаковать на 4? Я что, еще победу могу забрать у него? Вот это да! Полторы будут бить на 700. 3 поставил защиту. Ну тут все решится сейчас. Хотя он уже должен был победить, если бы такую глупость не сделал, какую сделал сейчас. 2 удара, наверное, выдержал бы. А он решил проатаковать, блин, ребята, это такой слив. Это такой слив. В общем-то, кто не поставил лайк, нужно сейчас поставить его. Потому что это было безнадежное, короче. После того, как я слил гигантского артакона, тут шансов у меня не оставалось. Но нет, в общем-то, затащили, ребята. Затащили. Так, крутим тогда нашу волшебную рулеточку. Ой-ой-ой, какую нам награду дали. А, еще тут аммонит стоит, ребятки. Вот это поворот. Вот такой вот, в общем-то, ребятки, у нас был паренек. Так что всем, кому понравился видосик, ставим лайкосик. И до скорых встреч, всем пока.